Еще раз всем привет. Вторая часть расслабления распродажи. Осталось нам с вами одну корзинку полную посмотреть. Давайте начнем с крупных, что у меня тут лежит. Вот такая вот палеточка Revolution. Это то ли хайлайтеры. Да, палетка хайлайтеров, я так понимаю. И они довольно-таки красивые, яркие. Может, даже что-то как румяна пойдет. Ну, давайте мы все посмотрим с вами. Все четыре оттенка. Как тени также можно использовать. Почему бы и нет. Оттенки на самом деле ходовые. Вот в тенях. Я, например, такие практически каждый день люблю использовать. Вот золотые, коричневые, светлые. Помол очень мелкий. Блестящее все. Вот этот красивый оттенок. Вот. Очень красивая палетка. И еще такая же большая. У меня есть палетка пудр, бронзеров. Вот такая. Здесь есть обычные пудры. Банановая пудра. Вот эта желтенькая. И бронзер, и скульптор. В общем, все-все в одной палетке собрано. Так, 4. Раз, два, три, 4. Светленький. Я сегодня весь день снимаю, девочки. Я, как уже говорила, техника не выдержала такого накала. И отрубилась. Пока заряжалась батарейка. Снег весь день идет, не переставая. Прям зима-зима вернулась. Так, нам надо, чтобы видно было, да? Видно было все, что у нас есть перед глазами. Еще одну палетку Color Pop забыла вам в прошлый раз, в первой серии, вернее, показать. Такая малышка. Здесь одни шиммеры. Они очень яркие, очень яркие. Серебро прям как зеркало. Смотрите. Невероятный оттенок. И вот этот оттенок в свое время покупали за него палетку от Wet n Wild. Я забыла, как Comfort Zone, да, она называлась. Вот это зеленый внутри, на черной базе зеленый. Тоже очень красивый оттенок. Вообще палетка маленькая, да удаленькая. Видите, тут такие призматики. Оттенки. Маленькая да удаленькая. Вот такая. Помад сейчас уже будут. Вот такая палетка Revlon. Это вот бронзеры. Палетка бронзеров. Вот такая гамма. Я прям сразу все одним этим. Каждый оттенок мы не будем, соответственно, рассматривать. Это слишком долго. Еще бронзер вот такой. Это коллекция только-только в подружке была. И бронзеров. Я думаю, все, девочки, если с большей катрис не ждите. Поэтому вот кто хочет что-то все-таки купить, самое время. Вот такой вот темный бронзер. Запеченная формула. Будете очень долго им пользоваться. Однушка от Кика. Вот такого плана. Это скорее, наверное, глиттерные тени. Видите, как красиво сияет. Вот такого плана. Однушки у меня тоже будут еще встречаться. Так, я прям вот подряд беру. Румяна. В прошлом ролике показала из этой коллекции хайлайтер бронзер, а теперь румяна. Очень красивый оттенок. Это называется он вот так вот. Оттенок реально красивый. Невероятно смотрится на лице. Так, однушка теней от Деборы. Очень хорошего качества. Яркий синий оттенок. Смотрите какой.
Очень красивый. Он не уходит в грязь, как часто вот с такими синими бывает. И в черноту в такую не уходит. Хорошая тенюшка. Однушка Иллюзор. Это из Литуаль. Вот такой оттенок на сводче. Вот так, смотрите, зеленовато какой-то коричневый. Это сатин. Вот сатиновый оттенок. Без металлического шиммера. Он не матовый, не глянцевый, а именно вот такой вот зеленовато-болотный, красивый оттеночек. Это что у нас будет? Пудра, что ли? Это... Да, вот такая пудра, похожа на метеориты от Oriflame. Я не пользовалась, она новая. У меня просто есть метеориты и лежит без движения. Есть еще румяна, тоже Oriflame. Также полная упаковка. Вот такого плана. Вот. Румяна Ламель. Очень красивый оттенок. Называется Coral 403. Хорошее качество. И кремовая, матовая текстура в невероятно красивом оттенке. Вот такой. Пудра Ламель. Тоже классное качество. 12 часов стойкости. Она новая. Вот такого оттенка. Очень сливочная текстура. Кремово-матовая. Шелковистая-шелковистая. Гладкая-пригладкая. Суперская. И вот такой вот оттенок у пудры. Девочки, уже темнеет, не так хорошо видно. Вот такого оттенка пудра. Светленькая, в общем-то. Пока я батарейку позаряжала, уже на улице солнышко да и не было, но как постемнело уже. Румяна вот такие, хром. От Luxe Visage. Вот такой оттенок. Далее что? Далее будут еще от Ламель бронзер. Оттенок называется 404 Тауп. Вернее, это не бронзер, это скульптор. Очень хорошая на ощупь текстура. Опять-таки, девочки, оттенок классный. Смотрите, у меня даже кто-то, по-моему, спрашивал. Спрашивал кто-то. Следующее, что мы посмотрим. Blush Essence. Оттенок 80. Румяна. Это сатиновые румяна, красивые тоже. Красивый оттенок. Такой персиковый какой-то. Он сияет как-то. Вот видите, у него такой сияющий финиш. Финиш. Хайлайтер. Светленький хайлайтер Essence. Беленький такой вот. Красивый тоже. Вот такой. Многим подойдет. Прям ходовой оттенок шампань. Румяна интересные, израильские, от Beauty Care. Они вот так вот выполнены. Но когда вы берете вот со всей площади, у вас получается вот такой вот хайлайтер. Это даже не румяна. Ну или румяна, очень, очень сияющие румяна. Вот, красивые. Даже можно как тени. Смотрите, какой это металлический оттенок, который будет вот так вот у вас переливаться. Класс, да? Можно как тень однушку иметь. Очень красивый. Пудра новая, рассыпчатая от Faberlic. Вот вам состав, девочки, кто хочет. Она у меня открытая, но я ей не пользовалась вообще. Это светлая пудра, похожа немножко на метеориты. Она, в смысле, сияет так прилично, но она имеет еще осветляющий эффект, делает. То есть вот беленькая такая пудра, сияющая. Классная, сухая текстура. И вот эти сияющие частички, они делают как раз фокусировку и сглаживают тем самым морщины. Ну, это эффект вот у метеоритов на этом же замешан. Что еще? Давайте палеточки посмотрим.
какие остались не показанными еще. Вот три палетки. Essence, Brown, Nude Rose. Хорошее качество. Здесь очень неплохие, что матовые, что шиммеры. Они прям такие металлические. Даже это может быть не шиммеры, а какие-то сатины. Смотрится очень красиво. И, наверное, девочки, это вот последнее, что можно будет сейчас купить. Смотрите, какая красота. Качество, как у Maybelline. Вот, действительно, вот эти очень качественные. Качество, качественные, одно и то же уже пошло. Неплохо сделано. Смотрите, они тоже как вот так переливаются. Здесь мелкая текстура, мелкозернистая, мелкий помол. И за счет этого, конечно, здорово выглядит. Сейчас я вам еще... Эта палетка Nude была. Я вам сейчас из Brown продемонстрирую. Это вообще моя гамма любимая. Похож на Naked Heat. Смотрите, какие классные. И давайте посмотрим три штучки красоты из палетки Rose. Вот какая красота. Достойные палеточки. И еще у меня есть вот похожая как бы серия таких палеток от Catrice. У меня есть несколько штук. Я их в прошлую распродажу то ли не включил, то ли кто-то не взял. Я уже не помню. Решила сейчас их все равно вам показывать. Вот такие палетки. Значит, давайте подробнее познакомимся. Первая вот такого плана. Земля, да? Или как? Назовем ее Земля. Здесь тоже очень красивые. И прям шелковые, как крем. Именно металлические оттенки. Матовые тоже. Прям как шелк. Очень приятные тактильно. Палеточка Rust. Здесь оттенки красновато-коричневые. Тоже симпатичные. Вот такие. Я уже просто показываю на пальцах, потому что пока сводчишь все, время уходит очень много. И не хочу, чтобы опять батарейка села, и мы с вами не успели досмотреть. Поэтому уже все на ускоренных. Нюд палетка. На ускоренных оборотах. Это в полном смысле нюд. Очень нежные, красивые оттенки. Вот такого плана. Какао палетка состоит из просто матовых. Очень много ее, девочки ее как-то хотели, про нее говорили. В комментариях все матовое и такой прохладный какой-то гамме. Супер. Вот этот только хайлайтер чуть-чуть как-то поблескивает. Отличная палетка, отличная. И матовая холодная палетка, кто с белой кожей, тому подойдут очень хорошо эти оттенки. Вот такого плана. Так, что еще? Я уже все перемазалась, как обычно. Однушка от Kika. Это такие спарклы золотые, очень красивый оттенок. Вот так выглядит. Похож, знаете, один в один на однушку Catrice. Ой, не Catrice, Clarins. Clarins. Помните, я вам показывала Clarins? Здорово выглядит, красиво. Однушки от Essence. И Kika даже еще одна. Так, давайте Kika тогда посмотрим. Сейчас вот была спарклы, а есть у меня просто металлик такой вот же. Такой, ну, металлик. Вот так вот блестит. Вот однушечка Kika.
И три однушки Melded Chrome. Тоже металл. Я пока избавляюсь от оттенков, которые не мои. Слишком много металла. Смотрите, зеркальные. Просто тени зеркала. Я себе оставила золотые, а вот эти вот я не пользуюсь. Не так часто. Девочки, это очень красиво. Это нереально красиво. Просто мне не подходят вот эти серебряные. Они красиво смотрятся, я не спорю. На сводчих, на пальцах, где угодно. Но вот на глазах мне лично не подходит. Супер качество. Прям действительно зеркало. Можно вот так наносить. Чуть-чуть, если, то будут какие-то такие, как блестяшечки. Ну или посильнее нажать, то вот такой будет металл. Все, мы уже практически с вами переходим сейчас к помадам и карандашам. Да, все пересмотрели. А румяна от Лимони, девочки, вот такие. Покупала в свое время за 1000 рублей. И мне оттенок не подошел. Вот такой холодно-розовый мне не подходит. Они новые абсолютно. Вот пару сводчей сделала. Вот такой холодно-розовый оттенок. Кто беленький, если девочки, вам понравится. Вам понравится. Карандаш вот такой вот от Милука израильский. Светлый уголок, например, выделять. Пойдет, наверное, в подарок за покупку. Карандаши. Вот такой от Эвелин карандаш. С точилкой. От Essence. Вот такой. Светлый от Oriflame. Может, кто-то подводит вот таким бежевым, слизистым. Я просто не делаю, я коричневым люблю. Если эти карандаши никто не захочет, то я буду их добавлять в качестве... Это с Look Fantastic 80 номер у карандаша. В качестве подарка просто буду добавлять. Также белый, может, кому-то надо в слизистую. Я знаю, некоторые используют. Это у нас кто? Essence, да, это Essence белый. Карандаш с Beauty Bay. Классное качество, хороший карандаш, нюдовый такой. Это кто у нас? Сюзан Джексон, что ли, да. Карандаш с Rival de Loop Young. Это из Германии приехал. Даже не точил ни разу. Я практически не пользуюсь карандашами. Вот такой карандаш от... Кто там? Эвелин, черный. Очень жирный, классный карандаш. Выдвигается, точить не надо. Еще один карандаш от Vivienne Sabot. Черный, абсолютно новый. Тоже яркий. Точить не надо. Мягко рисует. Ламель, вот эти легендарные карандаши, которые могут сами быть как помада, очень мягкие и суперские. Это номер у нас 07. И номер 01. Да, это самые популярные, вот как помада они. Реально как помада, они очень-очень мягкие. И черный есть у меня карандаш Ламель. Тоже девочки одно время так хвалили. Он прям жирный-жирный. Мягкий-мягкий. Карандаш от ColourPop белый. Тоже, кто, может быть, пользуется. Выдвигается, точить не надо, механический. Механический карандаш от Эвелин. Коричневый, по-моему. А, нет, черный такой. Или темно-коричневый. Да, наверное, темно-коричневый. Какой-то сероватый. Не черный, девочки, ну вот какой-то сероват, коричневый. И тени. Тени двухсторонние от Maybelline. С одной стороны вот такой красивый оттенок. Вот. А с другой стороны Taub. Вот такой Taub. Это кремовые тени. Что еще? Теперь осталось все, девочки, мы близимся к вам к финалу. Еще однушку нашла. Melded Chrome. Коричневую такую. Вот такого плана.
состоит тоже с блесточками, очень красивая. Так, сейчас все вытру, покажу вам помадки, какие остались, и все. Очень, конечно, много-много сегодня я вам показала. Девочки говорят, что распродажа проходит обычно в Сефоре 3 раза в год. Это апрель, август и ноябрь, черная пятница. И, говорит, наверное, неспроста они это делают в это время. Я решила, что, наверное, неспроста, и также поучаствовать в этой распродаже хочу. Две помады новые от Sleek. Я их не сводчила ни разу, не открывала и не пользовалась, на губы не наносила. Они абсолютно новые. Рыженькая и такая вот, похож на пыльную розу. Матовая помада. То есть вообще не притронулась к ним. Ждут хозяева своего, хозяина. Далее что? Помада от Faberlic. Вот такая с зеркалом. Номер помады 43030, и она такая холодная пыльно-роза. Мне просто не очень такие оттенки подходят, вернее, меньше, чем теплые. Она новая, я ей не пользовалась, вот покажу сейчас, как выглядит. Прекрасная помада, отличный красивый цвет, и упаковка, ну просто вот вау. Зеркало здесь есть, щелчком она открывается. Сейчас, кстати, Faberlic не делает уже таких вот стильных красивых помад, почему-то все стало, ну, не такое красивое, как было. Поэтому вот, не считаю, я достойная помада. Что еще у меня есть красивенького такого? Еще от Faberlic есть тоже с зеркалом. Красивая помада 44051. Тоже холодный оттенок. И я одну такую использовала даже. Закончила ее под ноль. Потом каким-то образом заказала повторно. Видимо, очень меня привлекала эта гамма. У меня оказался еще раз такой оттенок. Тоже новая помада, прям вот целиковая. Просто из-за оттенка избавляюсь. Также щелчком открывается зеркало сбоку. Супер. Красивая помада от Essence Water называется. Красная. Я люблю такой оттенок. Он очень красив сам по себе. Но мне... У меня редко настроение на такие помады бывает. Поэтому и я себе оставила кое-какие, тоже целиковая помада. Много мне не надо. Хочу просто из-за этого и поделиться с вами. Помада от Bobbi Brown. Manhattan Sunrise оттенок. Тоже помада полная. И красивый невероятно оттенок. Но по той же причине, что я такие практически не ношу. А может быть, кто-то хочет, девочки, будет пользоваться. Хорошая помада, не испорченная. Красивый вот такой вот оттенок. И железная такая упаковка. Увесистая, как Люкс Люксович. Все как положено. Прям тяжелая такая помада. Еще знаю, девочки, кто холодненький, белоснежки, любит очень вот такую помаду. Это Revolution. И этот оттенок, конечно, вам понравится. Это матовая помада вот такого цвета. Вот. Тоже целиковая. Мне выбеливает губы. Это не мой подтон помады. А так, конечно, она очень красивая. Далее, то же самое касается. Подтон не мой, но я знаю, что желающие наверняка найдутся на вот такую помаду от Revolution. Также не пользовалась за счет того, что вот она полная помада, что подтон немножко не мой. Это чисто для белоснежек цвет. Violet она называется. Помада от L'Oreal, вот Изабель Марант, Смайл, и полная, тоже новая, прекрасный оттенок. Кому подходят вот эти красновато, уходя с синим подтоном оттенки, великолепный красный, чудесный цвет, ну, девочки, я вот некомфортно себя с ними чувствую, с этими красными. Мне кажется, у меня какие-то слишком пухлые губы, или я неровно накрасила, или у меня куда-то что-то затекло. Не могу я с ними ходить. Это не мое, видимо. Вот такая помадка муссовая, светлая. Может быть, в подарок положу кому-нибудь, не знаю. Может, кто захочет сам по себе ее иметь. Это, для меня это только с карандашом, потому что выбеливает. Блеск от Эвелин. Блеск вот такого плана. Золотисто-коричневый.
полный тоже я не пользовалась. Полная упаковка масла Эвелин, срок годности 9-23 год, объем 4,5 мл. Вообще ни разу не красилась, не наносила ничего. Это масло для губ. Вот такая вот упаковочка. Катрис блеск для губ вот такого плана, красивый. Он будет полупрозрачный с небольшими блесточками. Буквально пару сводчей сделала, полная упаковка. И две помады от Faberlic Renata. Здесь красивый дизайн, вот такие как будто камушки сделаны в крышке. Один будет оттенок 40-291, тоже это какая-то пыльная роза. Видите, какие помадки. Так просто один раз провела, и уже яркий сводч. Они тающие, такие податливые, глянцевые, влажные. Вторая помадка 40-171. Тоже скорее для холодного типа. Вот очень красивая помада. Смотрите, какая пыльная роза. Помадки эти тоже несколько сводчей сделаны, и все. И под занавес стик от Буржуа в оттенке вот в таком. Также я не пользовалась. Если растушевать, то будет хорошо, он скрывает морщинки вот такого оттенка, желтоватый немножко. Девочки, он немножко желтоватый, на желтый подтон кожи подходит. Вот здесь есть такой, как спонж. Сделан как губка такая, ну, чтобы вот растушевывать. Я уже сейчас не буду мазать. Соответственно, когда растушуешь, он будет более светлый. Может, кто-то хочет в качестве консилера. Я так думаю, что Буржуа тоже у нас уже больше не будет косметики. Это вот последнее, что сейчас распродается. Вот, поэтому так. Все, девочки, все я вам показала, что на этот раз участвует у меня в распродаже. Вот такая вот картина во второй серии, первой серии. Так что, если кто-то что-то хочет, пишите в Инстаграм, в Телеграм. И я благодарю вас за внимание. Спасибо большое, что были со мной. Вам я желаю всего хорошего, удачи, хорошего настроения. До новых встреч. Пока-пока.